Посетить реликвии приезжают делегациями. Это джамат из Ахтынского района. Флаги Рупара. Верующие, прославляя пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, идут увидеть его частичку. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми. Воскресенье. Третий день выставки святынь. Поток посетителей увеличился в несколько раз. Если вчера люди собирались непосредственно перед входом в мечеть, то сегодня очередь растянулась до перекрестка улицы Яракского. Давно ожидали этого. Слава Богу, что слава Аллаху, что это произошло у нас. Это такой баракат для нас, тем более в такой месяц. И хочется пожелать в этот месяц, чтобы все дуа хорошие людей исполнились. Среди гостей много тех, кто впервые своими глазами увидел принадлежности пророка, мир ему и благословения, и его сподвижников. Я сегодня счастлив, что увидел эти реликвии. До этого я посетил могилу пророка, алейхиссалату вассалам. А вот сегодня была возможность приехать с внуками, показать им это. Машаллах, что спасибо организаторам, которые организовали эту встречу. Ежедневно в вечернее время для посетителей организаторы готовят ифтары сухур, а для детей предусмотрена детская площадка. Здесь, в Магарамкентском районе Южного Дагестана, реликвии останутся еще один день. И неизвестно, когда частичка пророка окажется в этих краях. Жители близлежащих населенных пунктов еще имеют возможность, не преодолевая большие расстояния, увидеть священные раритеты. Хазан Нурмагомедов, Халид Ахмаев, село Ярак-Азмаляр, Магарамкентский район.